Спасибо. Честно, ждали, что будет победа? Все-таки проигрывали на три. До последнего боролись. И ребята внесли свой вклад. Они у нас самые такие, как сказать, они не потеряли веру. Что самое главное. Что можете о своем сопернике сказать? Ну, это мобильная, очень быстрая команда. И команда, она так и останется. Кухлоярыш, она останется командой. Она следующим будет такой же сильная. Не уважая соперника, никогда не выиграешь. Поэтому... Последний раз вы в 2008 году были чемпионами. Да. И теперь. Да, вот 4 года. В 2008, да. 3 года, да. Вот. Но и самое драгоценное это победа, потому что мы 2 года не выигрывали на этом льду. Никто не мог выиграть. Мы выигрывали даже в этом сезоне. Это последняя игра, на последний раз. А кое-кто говорит, что это не чисто тактическая победа. Нарвские помогли ребята вам. А давайте будем говорить, что это эстонская победа. Нет, подойдем просто к этому времени. Сейчас 21 век. И подходя к этому, что сейчас спорт, это называется просто профессионализм. Нельзя взять, что тут просто возьмем НХЛ, возьмем КХЛ, все ребята играют там, где им предоставляют определенные условия. Вот и все, это спорт. И нельзя подходить к этому, у кого прописка или место рождения тот же самый город. То, что мы можем также и против, так сказать, аргументы принести против своего соперника. Там тоже ребята из другой федерации приехали. Да. Какие планы у Калева Вялка теперь? Закончить год я до конца апреля, потренироваться, а потом будем планировать следующий. Да, будем тренироваться, будем готовиться на следующий сезон. Да. Спасибо, победишь. Спасибо большое.